Меховой бум. С наступлением холодов саратовцы активно скупают шубы. Модным бутикам и элитным магазинам жители предпочитают выставки меха. Они удобны для тех, кто желает сэкономить и не прогадать в качестве. Выставка «Экспофорс» как раз отвечает этим требованиям. Какие меховые изделия этой зимой привлекают горожан, узнал наша съемочная группа. Все под 9 тысяч рублей. Таких цен на шубы в зимний сезон Ирина никогда раньше не видела. Студентка пришла на выставку «Меха Экспофорс» за обновкой. Девушка признается, низкие цены на меховые изделия ее очень порадовали. Выбор шуб очень разнообразный. Есть различные модели. Я думаю, что любому человеку здесь понравится. Он найдет именно ту, которую ему надо. Ценовая политика здесь, в принципе, очень хорошая, доступная всем. Мутоновые шубы и дубленки на выставке «Экспофорс» можно купить от 9 до 35 тысяч рублей. Приятно удивят цены и любительниц норковых шуб. Их они смогут приобрести от 49 тысяч рублей. Резко возросший курс доллара на цене меховых изделий никак не отразился. Спешим сообщить вам о предновогоднем суперпредложении. Мы изменили свою ценовую политику по летнему курсу рубля и максимально приблизили цены к фабричным. Только с 3 по 7 декабря вы можете приобрести весь товар по себестоимости. На выставке «Экспофорс» также представлен широкий выбор головных уборов и перчаток. Выставка продажи проходит в манеже Дворца спорта с 3 по 7 декабря. Анастасия Куклева, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.